еще не понял. Нет, полкилометра в один. Тоже на Ваське все такие пунктуальные в этот раз. Кстати, не, на самом деле, молодцы вообще. Я так думаю, просто последний день, все решили, ну, да. Ну лето. Ну, да. Все приехали. Не, ну тут немножко как бы свет есть. А ты прям видеоотчет, да, у тебя? Да, сразу туда сливается уже. Уже на форум транслируют. Надо интернет-радио. А нет, там есть какая-то, кстати, у меня служба здесь какая-то установленная, которая позволяет. Там же этот Сергунев все им написал, а я типа как всегда буду с удовольствием смотреть фотоотчет. А у него машина, ты помнишь, расписной такой. Ну да, 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 помню, там под хохлому. Из расписного, а какие фотоотчеты? Что смотреть? Вот надо для таких видео трансляцию делать. Белк тоже, бля, там неплохой нешенький, да? С машинами. Вот там прям серьезно подходит. У него 201. 200, у него 202. У него там, да, у него несколько. 124 вот сейчас девочки какой-то делали, тоже мне понравилось. Бля, настолько там они прям выложились, работа тоже большая. Я так к нему приезжал на работу, забирал эти реснички на фарах. Я у него красноклавку купил. Он был уже на многих формах. Он на Славе, на этом, на Лугере тоже. Снимал, да? Ну извини, друг.